Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы приветствуем вас в нашей телепередаче «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе. Мы продолжаем рассказывать о паломнической поездке кузбассовцев в Черногорию. 15 февраля православные христиане отмечают праздник Сретения Господня. Гостем рубрики «Интервью» стала профессор психологии Санкт-Петербургского педагогического университета имени Герцена Марианна Дворецкая. С весны 2014 года в Кузбасской метрополии действует проект «Паломническая тропа Кузбасса». Черногория. Прекрасные до замирания духа горы и море удивительной страны. И в то же время трагическая кровавая история. «Как жить моему народу, отче?» – спрашивал святителя Петра Цетинского его племянник перед смертью старца. «Со всех сторон окружен я врагами, нет брата в мире». На что великий святой правитель Черногории ответил своему наследнику: «Молись Богу и держись России». Эта икона немножко необычная, поскольку наш собор Ну и здесь город Никшич еще с Россией связан тем, что здесь есть царский мост недалеко, но он, правда, уже не на главной дороге, но очень красивый каменный мост. Его построил Александр III. Ну, как бы вот. В те времена вообще турецкого вида у нас с Россией всегда Россия помогала и старалась как поддерживать славянские народы, которые находились под оккупацией. Доброжелательные и очень приветливые хозяева встречали гостей из православной России как братьев и сестер, и родство это мы ощущали. Общие славянские корни, явно звучащие в понятной для обеих сторон, хотя и иностранной речи. Общая молитва и причастие из одной чаши делают нас действительно близкими, несмотря на тысячи километров, отделяющие холодные сибирские просторы от теплой приморской страны. В исторических музеях, в которых удалось побывать нашей группе, можно увидеть вещественные свидетельства дружеских отношений России и Черногории на протяжении многих веков. Удивительные христианские святыни хранятся на суровой и одновременно благословенной земле Черногории. В исторической столице страны городе Цетине кузбасские паломники прикоснулись к деснице Иоанна Крестителя. В монастыре Бани в городе Рисан хранятся мощи святого Георгия Победоносца, любимого всем христианским миром. Древние храмы Черногории принимали русских паломников как своих прихожан. Монастырь Дайбаби в Подгорице, фактически находящийся под землей, удивил ощущением света и легкости, поразительных в условиях, когда над твоей головой несколько метров земли и камня. Монастырь, основанный в самом конце XIX века, располагается в скалистой местности, и значительная часть его помещений находится в толще горной породы. Назван монастырь в честь своего основателя, святого Симеона Дайбабского. Парень-пастух пас на этой горе овец. Это было в 1890-е годы. И явился нему святитель. Ему явился святой святитель в епископском одеянии. Да. И каже ему, да помири то стадо отца, то святое место, где тут сограни церкви. И сказал ему, чтобы он уводил отсюда стадо овец, потому что здесь святое место, и он должен построить на этом месте церковь. Дьяча каже, да е сироче, да нема ни отца, ни майке, и да не умогучен за направить церковь. Пастушок сказал, что он бедный, у него нет семьи, он зарабатывает тем, что пасет овец, и у него нет возможности построить здесь церковь. Каже нему, тай святитель, дойди, нечто ты покажи. Тогда святитель позвал его за собой и сказал, что он ему кое-что покажет сейчас. Дьячак мало негодуе, али пак подлази за святителем. И парень пошел за ним. И святитель выводил его в пещину где на этой горе. Святитель, который явился ему, завел его в одну из пещер на этой горе. На этой горе, дай Бог, есть несколько пещер. И он завел его в одну из них. Да. И показывал ему свои мощи. И показал ему свои мощи. И он каже, как он доступил в ту пещину. И рассказал, как его мощи попали в эту пещеру.
А интересно, чего вы? Монастырь Ждребоуник, Подмайны, Рыжевичи, обитель в честь святого архангела Михаила Привлака, монастыри, окружившие самое большое озеро Черногории – Скадарское озеро. Паломники посетили святыни, уникальные по своей архитектуре и истории. Помоги вам, Господи, стабильности вам и духовной, и экономической. Матушка Ефимия. Ефимия, да-да-да, мы запомнили, матушка Ефимия. Да. В одной из старинных обителей на берегу Скадарского озера подвязается монах-отшельник. Паломники из Сибири сошли на берег, не слишком надеясь на то, что он примет такую большую делегацию. Но нам повезло не только войти в церковь, но и пообщаться с насельником монастыря. Когда было пре потопа, Ное, как упозило животные в барку. Ное, пре потопа. Он так стоял перед баркой и ударил клепом. И животные сами залазили в барку. Понял? Понял? Вот тогда почне клепле. А барка была спасение, церковь спасения. Зато мы зовем такую церковь. Каждый год 15 февраля православной церковью отмечается один из великих двунадесятых праздников – Сретение Господне. Сретение переводится как «встреча». 2000 лет назад произошла удивительная встреча человека и Бога, которая стала началом пути ко спасению для всего мира. Священное Писание рассказывает нам, как по прошествии 40 дней от рождения Иисуса Христа Дева Мария принесла своего Сына в Иерусалимский храм – то место, где многие сотни и даже тысячи лет молились о пришествии Спасителя мира. Святое семейство встретил праведный старец Симеон, которому было пророчество, что он не умрет, пока не увидит Сына Божия. Держа на руках новорожденного младенца, Симеон понял, что время настало, пришло спасение от Бога, что с этого мгновения все изменится. В этом коротком моменте отразилась величайшая встреча двух поколений – человека времен Ветхого Завета, ожидающего пришествия Христа Бога, и самого Мессии, начала Нового Завета. Переполненный счастьем, Симеон произнес: «Теперь отпускаешь раба твоего с миром, по слову твоему, потому что видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил всем людям». Так старец уверовал в то, что этот младенец и есть то спасение, которое избавит народ Божий от вечной смерти. Для самого старца эта встреча означала прощание с земной жизнью, когда он спокойно может отойти к вечному Богу. А для всего мира эта мимолетная встреча явилась только началом долгого и тернистого пути знакомства и примирения с Богом. Господь пошел нам навстречу, стал человеком, подавая нам пример жизни, сообразно с великим Божьим замыслом о мире и человеке. В этот праздник мы стараемся задуматься об этом – и тоже сделать хоть небольшой шажочек навстречу Богу. Добрый день, уважаемые телезрители! У нас в гостях сегодня Марьяна Ярославна Дворецкая, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена, город Санкт-Петербург. Марьяна Ярославна, добрый день. Здравствуйте. Мы очень рады видеть вас у нас сегодня в гостях. Ну и в связи с этим задать интересующий вопрос не только нас, но и наших телезрителей.
Марьяна Вячеславовна, вот для нашего государства, по сравнению, например, со странами Запада, такое явление, как психология, достаточно ново. Тем не менее, невооруженным взглядом видно, как оно активно развивается в России. Сегодня уже психологом можно столкнуться практически везде, даже в детском саду. Появились уже такие виды психологии, как общая психология, социальная психология, психология личности, возрастная психология, психология труда и даже психология искусства. Какое место в этом ряду занимает святоотеческая психология? Что является предметом ее исследования? Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, я сразу вас поправлю немного, потому что психология на самом деле для нашего Отечества явление не такое уж и новое. В X веке есть исследования, свидетельствующие о том, что в российских школах преподавалась психология. Причем, если мы возьмем западные страны, то там психология начала преподаваться в университетах где-то с XIV-XV века, а у нас X. И какая это была психология? Это как раз была та самая психология, о которой вы сейчас меня спросили. Святоотеческая психология. В чем же отличие этой психологии от тех или от той психологии, которая сегодня наиболее для нас привычна и которую мы называем светской психологией или академической психологией? Ну, отличий на самом деле очень много, и одним из главных отличий является то, что святоотеческая психология содержит в себе представление о норме. По норме человека, и в соответствии с этим есть совершенно четкое указание на то, каким должен быть человек. И если мы сказали бы так, вот нам необходимо сегодня поставить в кавычках диагноз человеку, обращающемуся за помощью, то здесь как раз у святых отцов этот диагноз был однозначен по отношению к единой и совершенно неизменяемой норме. Это норма человека первозданного. Причем эта норма первозданного человека, она на протяжении веков претерпевала изменения, и мы с вами знаем, что у нас вот есть три ответвления в христианстве, да? Католицизм, протестантизм и православие. И надо сказать, что вместе с догматическим учением изменялось и учение о человеке. И эта норма, непреложная для святых отцов, она существенным образом изменилась сначала у католиков в католическом учении, затем она изменилась у протестантов. И вот та психология, которую мы сегодня с вами называем светской, которая, в общем-то, занимает достаточно серьезное место в нашей жизни, по сути своей она отражает идеи протестантизма, то есть протестантские идеи. И позитивизм вырос из протестантизма, и все те современные методы психологической коррекции или психотерапии, как это принято называть, они тоже своим основанием имеют идеологию протестантизма. Там уже этой нормы нет, как я сказала, там как раз наоборот проповедуется, что каждый человек является собой совершенно уникальную, исключительную норму. И в соответствии с этим вы понимаете, что если человек приходит и обращается за помощью, ну вот представьте себе врача, которому нужно сделать операцию, вы совершенно уникальны. И врач каждый раз будет стоять перед дилеммой, а где же у вас желудок? А где у вас печень, а что вам нужно лечить, а болит ли у вас глаз или ухо, хотя наши врачи сегодня иногда и бывают в таких ситуациях. Но, тем не менее, норма, она одна, анатомическая, и врачу намного проще, особенно хирургу, ставить диагноз. Вот, к сожалению, психологу сегодня поставить такой диагноз достаточно сложно, а самое главное, это очень сложно сориентироваться в направленности воздействия, то есть что нужно откорректировать, что нужно изменить. Ну, обычный гражданин, гражданин нашего общества, где он может столкнуться со святоотеческой психологией? Обычный гражданин, приходящий в храм, первое, с чем он сталкивается, как раз со святыми отцами и с этой самой психологией. Во-первых, появляется совершенно четкое осознание того, что мировоззрение светское или секулярное, как его называют, существенным образом отличается от православного мировоззрения. В православном мировоззрении воедино слиты учение о Боге, о мире и о человеке. Это некое единое, совершенно неразрывное пространство, в котором существует человек. И более того, святые отцы совершенно четко указали место человека вот в этом триединстве. Человек – это существо, через которого изливается на этот мир вся божественная благодать. Господь, по сути, нашими с вами поступками, действиями, выборами в этом мире может, ну, так скажем, производить какие-то очень серьезные изменения
Но если мы к этому готовы, если мы с вами не готовы, и нет того места, куда могла бы войти божественная благодать, в сердце у нас с вами могут быть совершенно не божественные помыслы, а отличные, Господь тогда попускает нам существовать в этом мире, где мы говорим, что мы в центре, мы сами, мы все знаем, мы можем сами принимать решения, нам не нужна никакая помощь, и вообще нам никто не нужен, мы все можем сами. Вот в этой ситуации тогда мы начинаем творить то беззаконие, которое и приводит, к сожалению, к хаосу в этом мире, уничтожает божественный порядок, божественную красоту. Поэтому столкнуться со святоотеческой психологией мы можем совершенно в любом месте, где речь заходит о божественном мире, о Боге. Но мы понимаем, все-таки эти места в основном являются храмы православные. Да? Есть ли какие-то кабинеты, учреждения, куда человек может прийти по расписанию, попасть к человеку и побеседовать на тему? У нас, знаете, у нас сегодня с вами не только в храмах, у нас и в школе начинают преподавать основы православной культуры. Хождение верующих к святым местам известно с глубокой древности. Этот христианский обычай объясняется желанием людей поклониться святыням, связанным со Христом, апостолами, Пресвятой Богородицей, помолиться перед чудотворными иконами, окунуться в воды святых источников. Конечно, с удивительными святынями можно встретиться в Иерусалиме, Греции, Черногории и в Центральной России, но не менее освящена и наша многострадальная Кузнецкая земля. Паломническая служба Кузбасской митрополии наряду с поездками на Святую Землю в Дивеево и Оптину пустынь организует паломничество по храмам, монастырям и святым источникам Сибири. Не так давно в Кемеровской области был запущен проект «Паломническая тропа Кузбасса». Владыка, митрополит Аристарх, благословил паломническую тропу Кузбасса. Такой проект у нас действует на территории всей митрополии. Цель этого проекта – привлечь людей, жителей нашего Кузбасса и гостей, к изучению православных святынь нашего Кузбасса, к изучению истории Кузбасса, истории наших земель, нашей культуры. Очень интересно, в историческом таком плане город Салаир, Гурьевск, Амариинск, красавец наш город, который недаром во все учебники вошел, как один из городов обладателей сибирского барокко. Термин такой есть, в 1914 году его ввел один из архитекторов. Вот это Мариинск. А тайга с ее историческими такими особенностями, хотя город кажется и небольшой. В храм, куда ты приходишь с трепетом и смотришь те святыни, какие там есть, и когда понимаешь, что люди молились этому в 17 веке, в 18, 19, то невольно что-то внутри такое загорается. Я думаю, это не только у меня, это у всех паломников бывает. И хочется еще раз приехать в это место, помолиться, приложиться к этим святыням. А святынь у нас в Кузбассе очень много. Паломничество – это понесение молитвенного труда ради прикосновения к святыне. Такое путешествие, совершаемое с молитвой, может помочь человеку обновиться, увидеть незнакомые ему прежде стороны духовной жизни. Нам очень важно ваше мнение. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго!